пол переворачивайся, бок, бросай. Колено наверх. Да, все правильно. Ага, плечо назад. Опорное плечо назад. Ага, руки. Иди мне руку. Так, удобно? Пойдет? Плечо вперед, если тебе некомфортно назад. Хочешь вперед? Нет, нормально. Нормально? Да, главное, чтобы тебе комфортно было. Выше, 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 выше. Вот так. Приятно? Неправильно. Для меня самое приятное в мире, что может быть только, это касание, сила касания. Я ими питаюсь касанием. Для меня это самое вкусное, что только может быть. Но для того, чтобы к этому привыкнуть, нужно себя к этому приучать, как язык, язык тела, повышать интеллект тела. Тогда мужчина становится более чувственным, более такой.
sophisticated. И когда он через себя может такую энергию чувственности пропускать, то он за ней делится, ей нравится, противоположно, становится более... Можно подушку убрать, чтобы... Ну, просто голову на бок и все. Удобно так?
Еще раз перевернись на живот. Вот, то есть животы на спину. И согни ноги в колени, чуть-чуть сюда сползи. Чуть-чуть. Да, еще.